не соблюдал, но я имею в виду, что ровно нет. Причем на рамке я соблюдал. Когда я сказал, что Татьяна инкубатор для меня. Нет. Это как меня оскорбить. Стрелки перевод. Это как меня оскорбить. Это не мужской. Ты хочешь сказать, что я сейчас плохо, тебе никто не говорил? Сейчас просто переводишь стрелки. Ты хочешь сказать, что я сейчас не говорю? Я сказать, Тём, извини. Я извинился? Как ты это сделал? Я нормально извинился. Я нормально. А ты извинишься? За что мне извиняться? За то, что ты называешь девушку инкубатором. Я вижу, как ты к ней относишься. Есть свой выбор. Тогда я заберу свои извинения назад. Знаешь, почему я называю тупым? Потому что я все время сказал, что я чувствую. Ты берешь, я сказал, что уже чувствую. Ты берешь, ты орешь. Я уже сказал, повышает он или нет. Потому что я сказал. Получается, что он спокойно разговаривает. А я что, агрессирую? Агрессирую. А вы разные говорите, что я чувствую. Успокойся. Хочу успокаиваться. Краснеешь. Не хочу успокаиваться. Заплачешь. Есть. Прямо, ну, вдвоем, я думаю, Алексей нас покинет.